Привет, меня зовут Юлия Гендина, я занимаюсь интерьерным вязанием. Вы находитесь на моем канале, который посвящен всяким интересным вязаным предметам для дома. Пледы, ковры, подушки, в общем, все, что нас окружает и делает дом уютным. Сегодня мы с вами рассмотрим вот такой вот плед. Видите, он даже совсем не помещается уже в экран. Это мозаичная техника вязания крючком. Мы с вами подробно рассмотрим, как вязать в мозаичной технике на примере вот такого вот квадратного мотива цветочного. Я его называю цветочной геометрией. Мы такие пледы и подушки на основе этого мотива вяжем в чате Telegram. А сегодня я хочу с вами разобрать схему, и мы посмотрим все мельчайшие подробности. Вперед! По ссылке в описании к этому видео вы найдете схему к такому вот цветочному мотиву. В схеме будет указан отдельно сам мотив, причем в двух видах, там серединка разная в двух видах. Кроме того, эту схему я уложила для вас специально, чтобы вы смогли связать плед. Сейчас мы рассмотрим, как работать с этой схемой, что обозначают крестики, пустые клетки, как понимать, какого цвета должен быть ряд и так далее. Все вопросы разберем и провяжем с вами ряды, чтобы вы понимали, как дальше вам действовать самостоятельно. Итак, когда вы откроете эту схему, вы увидите, что, во-первых, пронумерованы ряды по горизонтали и по вертикали. Поскольку мы вяжем только по лицу, в данном случае плед, то вы увидите вот цифры здесь рядов по вертикали, потому что мы будем вязать справа налево с обрывом нити. То есть провязали ряд, нить оборвали, возвращаемся к началу. Вот все вертикальные ряды у вас пронумерованы. Внизу вы также видите нумерацию петель. Нумерация тоже идет с правой стороны. Что нужно понимать про мозаичное вязание? В мозаичном вязании цвет клетки не играет никакой роли. Это не жаккард. Поэтому единственное, на что вы должны смотреть, есть ли в клетке крестик или клетка пустая, то есть в ней нет крестика. И неважно, белого она цвета или черного, как в данном случае. Нас интересует только наличие крестика или его отсутствие. Итак, что мы с вами сделаем? Сначала мы провяжем пару рядов установочных. Установочные ряды, вот здесь вот, они просто образуют рамку нашего пледа или любой другой вещи. Там рисунка пока не будет, это одним цветом, просто мы провяжем два ряда. Потом, вот с первого здесь обозначенного ряда, мы начнем вывязывать рисунок. В первом ряду мы видим сплошные клетки, пустые, неважно, повторю, какого цвета. Крестиков здесь нет. Это значит, что все эти петли мы провяжем столбиком без накида за дальнюю стенку. Во втором ряду мы видим уже первые крестики. Это значит, что в этих местах мы провяжем столбик с накидом и опустим его на ряд ниже. Но не на тот ряд, который буквально перед ним, а на ряд чуть ниже. Вы это увидите уже на практике. В третьем ряду мы видим больше крестиков. Это значит, что у нас больше будет столбиков с накидом, то есть больше будет глубоких столбиков. Но между ними есть пустые клетки. Это значит, что в этих местах мы будем провязывать просто столбик без накида. Не волнуйтесь, кажется, что сложно. На самом деле, по ходу дела вы поймете, как в этом ориентироваться. Еще одно важное правило. В мозаичной технике нужно менять цвет в каждом ряду. Соответственно, если мы здесь начнем с одного цвета, то во втором ряду мы будем провязывать столбики другим цветом. В третьем опять цветом, с которого начинали. В четвертом контрастным. И так в каждом ряду мы будем менять цвет. Собственно, на этом все. Больше ничего про мозаичную схему знать не нужно. То есть меняем цвет в каждом ряду и смотрим на клетки. Пустые они или с крестиком. Еще один важный момент. Если мы вяжем плед, то мало того, что нам нужно, например, пару установочных рядов, хотя можно и больше. Но красиво еще будет, если мы с правой и с левой стороны провяжем так называемые кромочные петли, которые будут образовывать такие красивые края. Я обычно вяжу по две петли. Две петли здесь и две петли здесь. Соответственно, сейчас нам нужно с вами понять, сколько петель нам нужно набирать. У нас здесь отмечено, что весь наш квадрат, вот этот вот, составляет 67 петель. Прибавляю к этим 67 петлям еще 4 петли, вот эти по 2 кромочных, получается 71. Но набрать мне нужно будет 72 петли, потому что я вязать ряд начинаю со второй петли от крючка. Соответственно, вы к исходному количеству петель прибавляем 4 и еще плюс 1. Итого нам нужно набрать 72 петли. Давайте теперь перейдем к практике. И начнем вязать. Так, мы набрали цепочку из 72 воздушных петель. Теперь давайте провяжем пару установочных рядов. Перевернем нашу цепочку на изнаночную сторону.
увидим здесь вот такие вот горизонтальные перемычки. Вот за них, начиная со второй, мы провяжем столбики без накида. Провяжем в каждую петлю по одному столбику без накида. Провяжем таким образом до конца ряда. Там обрежем нить. И затем провяжем еще один такой ряд. Но уже второй ряд мы будем провязывать столбиками без накида за дальнюю стенку. Жду вас в конце ряда. Довязали ряд до конца. Обрезаем нить. И протягиваем кончик через петлю на крючке. Нить отлично закреплена. Теперь возвращаемся к началу ряда. И провязываем второй ряд. Так, начинаем второй ряд. Завязываем узелок. Здесь немножко оставляем хвостик, чтобы справа была примерно такая же длина бахромы, как и слева. Завязали хвостик. Находим наш первый столбик провязанный. Вот у него две дольки. Вводим крючок под обе дольки. Провязываем первый столбик без накида. Провязали. Второй столбик точно так же. Заводим крючок за обе дольки. Провязываем второй столбик без накида. Все остальные столбики, кроме последних двух кромочных, мы будем провязывать за дальнюю стенку петли, вот за эту. То есть мы провязываем в каждую петлю, в ее дальнюю стенку, по одному столбику без накида. Провязываем до конца, пока у нас не останется две кромочных петли. Эти две кромочных петли мы будем провязывать, как и первые две, за обе дольки. Встретимся в конце ряда. Провязали до конца ряд, вот у нас осталось 2 кромочных петли, их мы провязываем за обе дольки. Раз, два. Обрезаем нить, протягиваем кончик через петлю, затянули. Готовы наши 2 установочных ряда. Теперь можно приступать к рисунку. Давайте посмотрим на схему. Вот у нас первый ряд. В нем, как мы помним, крестиков нет. Значит, первый ряд мы провяжем просто столбиками без накида, так же, как сейчас вязали вот этот ряд, предыдущий. Но мы помним, что надо в мозаике менять цвета, поэтому первый ряд у нас будет уже контрастным цветом, не красным. Возьмем у меня вот светло-серый цвет. Каждый ряд начинаем одинаково. Завязываем узелок. Присоединяем нить в начале ряда. Первый столбик у нас за обе дольки раз, второй столбик за обе дольки два. И дальше, поскольку у нас на схеме не было, как мы помним, ни одного крестика, значит, все столбики дальнейшие вяжем за дальнюю стенку, как и предыдущий ряд. Провязываем этот ряд и встретимся на следующем. Довязали ряд до конца почти, осталось вот 2 кромочных. 2 кромочных провязываем за обе дольки. Обрезаем нить. Мы только что с вами провязали первый ряд схемы. Переходим теперь ко второму ряду. Меняем цвет. И во втором ряду у нас первые крестики есть. Вот здесь на 32 петле и на 36. Что мы делаем? Считаем. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32. Все так. Значит, нам, когда мы свяжем 2 кромочных, нужно будет провязать обычными столбиками без накида 31 петлю, а вот на 32 сделать столбик с накидом. Потом 3 петли провязать опять без накида, на 4 с накидом. Дальше до конца ряда мы провяжем столбики без накида. Давайте приступим. Вернемся к нашему предыдущему цвету. Провяжем 2 кромочных. И дальше 31 петлю за дальнюю дольку.
30, 31. Вот мы провязали 31 петлю за дальнюю стенку. И в 32-й, вместо того, чтобы провязывать ее вот сюда, мы спустимся на ряд ниже, то есть в этот ряд, в красный, и опустим столбик с накидом вот за эту перемычку. Она расположена ровно под той петлей, которую мы сейчас пропустим. То есть мы делаем накид, снизу вверх вводим крючок под эту вот перемычку и провязываем столбик с накидом. Этим столбиком мы соединяем два ряда. Видите, здесь красный, соединяем их красный же, с красным столбиком. И одновременно пропускаем ту петлю, которая осталась за ним. Дальше по схеме вяжем 3 столбика без накида за дальнюю стенку. Четвертый опять, вместо того, чтобы провязать в эту петлю, мы сделаем накид, ведем крючок на ряд ниже, снизу вверх. И провяжем столбик с накидом. Вот что у нас получилось. У нас получилось 2 столбика с накидом, между ними 3 петли, видите здесь. Петлю, которая осталась за столбиком, пропускаем и вяжем оставшиеся столбики за дальнюю стенку до конца ряда. Там оборвем нить и начнем новый ряд. Так, переходим к третьему ряду. В третьем ряду у нас уже много крестиков. Мы свяжем 2 кромочные, дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 у нас будет столбиков с накидом, и между ними будут петли, столбики без накида. Вот мы довяжем до сюда. Тут провяжем 3 столбика без накида. Потом опять 1 с накидом, 1 без, 1 с накидом, 3 без. И обратно пойдем до конца. Уже длинные столбики чередовать со столбиками без накида. Присоединяем нить. Сначала 2 кромочных. И поехали. Первый столбик с накидом. Петлю за ним пропускаем. Следующую вяжем столбик без накида. Затем снова столбик с накидом. Столбик без накида. Вяжем таким образом до схемы. До центра схемы мы с вами посчитали, что 15 таких столбиков у нас должно быть. Там и встретимся. Переходим к четвертому ряду. Смотрим, что у нас в четвертом ряду. Есть ли крестики? Смотрим, смотрим, смотрим. Раз крестик, два крестика. Больше и нет. Это значит, что мы здесь вяжем столбик без накида, пока не дойдем до вот этого вот места. Можно ориентироваться по предыдущему ряду. Вот этот столбик с накидом должен располагаться слева от столбика с накидом предыдущего ряда. То есть, очевидно, что где-то вот здесь вот. Кажется, что так. Мы его провяжем, потом провяжем 7 петель без накида и еще один столбик с накидом, очевидно, вот здесь. То есть вот они должны быть у нас, видимо. И дальше провяжем столбики без накида. Давайте приступим. Не забывайте менять нить. В каждом ряду мы меняем цвет. Значит, присоединяем, как обычно, провязываем наши 2 кромочных петли за обе дольки. За обе дольки, чтобы края были плотными, чуть плотнее, чем основное полотно, и держали ширину. Значит, все петли мы провязываем столбиками без накида. Тут можно либо считать петли, четко идти по схеме и считать их, либо смотреть по рисунку. Я предпочитаю смотреть по рисунку. Но вам возможно, если вы новичок в мозаичном вязании, по рисунку будет пока сложновато, поэтому можно просто отсчитывать петли, вот как они идут. Вот у нас там 30-я петля должна быть, да, вот со столбиком с накидом. Вот можно 29 отсчитать. И тут уж точно не ошибетесь, 30-ю провяжете там, где надо. Но я вяжу, вот иду, постепенно приближаюсь к этому месту, где мне нужно будет провязать мой столбик с накидом. Вот оно, я дошла. Провязываю столбик. Дальше 7 петель у меня, как мы с вами считали, без крестиков, значит, это столбики без накида. Провязали. И вот еще один мой столбик с накидом. Вот такая получается картинка, похожа уже на правду. Рисунок постепенно формируется.
Дальше все петли до конца ряда вяжем без накида. Переходим к пятому ряду. Смотрим, где здесь крестики. Раз крестик, два крестик. Это значит, что после кромочных мы провяжем здесь столбик, без столбика, столбик. Дальше много-много петель без крестиков. Здесь опять у нас два крестика. Опять же, тут уже можно смотреть на рисунок, что очевидно, что вот эти два длинных столбика с накидом будут располагаться вот здесь вот. Вот видите, вот у меня здесь три столбика. Вот они на схеме три в предыдущем ряду. Соответственно, новые два будут вот так вот над ними располагаться. Потом у нас три петли без накида. Потом опять два столбика через один с накидом. Один без, еще два через один с накидом. Ну и далее. Я думаю, что на самом деле уже с пятого ряда вы почувствуете логику. Она очень простая. То есть надо просто менять цвет в каждом ряду и смотреть, где крестики есть, где крестики нет. И там, где есть, провязывать длинные столбики. На что важно обращать внимание, не забывать пропускать петли, которые за этими длинными столбиками находятся, чтобы не провязать лишнюю. И четко вертикально опускать эти столбики в петли, которые находятся в предыдущем ряду того же цвета, вот под ним, да, чтобы у нас эти столбики не шли вкось, не шли ни влево, ни вправо, а располагались четко прямо. Еще одна техническая проблема, которая у вас может возникнуть, вы вполне возможно вот эти столбики с накидом будете вязать либо слишком туго, либо слишком свободно. А их одинаковость по высоте, прежде всего, достигается просто количеством провязанных рядов. У вас рука привыкнет, вы будете их вывязывать одинаковыми. И тогда полотно будет максимально ровным. Ну что, давайте свяжем пятый ряд. Итак, мы присоединяем новый цвет. Свяжем, как обычно, наши две кромочные. И дальше сразу у нас, видите, по схеме столбик с накидом. Один столбик без накида. Следующий снова с накидом. И дальше сколько-то, ну, можно прям клеточками посчитать, мы вяжем столбиков без накида. Давайте посчитаем. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 столбик мы вяжем без накида. Сейчас проверим, правильно ли я посмотрела по рисунку. Вот у меня 21 петля. Да, посмотрела я правильно. То есть следующий столбик у нас с накидом. Один без. И еще один с накидом. То есть вот они, два новых, встали четко над двумя предыдущими. Дальше у нас по схеме 3 столбика без накида. Затем снова один с накидом. Один без. Еще один с накидом. Один без. С накидом. Без накида. С накидом. Это мы с вами сейчас провязали вот эту часть. Вот она. И дальше 3 без накида. Еще пару столбиков длинных. И дальше сплошные столбики уже без накида. Вы уже скоро точно совершенно будете ориентироваться по рисунку. Вам эта схема даже будет не нужна, особенно учитывая ее симметричность. Сейчас мы рассмотрим этот момент. Все, дальше мы вяжем уже без накида до конца ряда. Схема симметричная, поэтому в какой-то момент вы поймете, что когда вы довязываете до ее центра, дальше можно не смотреть на схему, провязывая вот эту часть, а просто ориентироваться вот по этой, потому что она зеркально отображается. То же самое будет, когда вы дойдете до середины, до экватора. То же самое, вы начнете здесь вязать эти ряды, и можно будет смотреть на предыдущие. Потому что схема, вот эта часть является зеркальным отображением нижней, левая является зеркальным отображением правой. Поэтому в мозаичном вязании клево вязать геометрически правильные всякие рисунки, потому что очень просто без схемы тогда обходиться. Если бы были более плавные линии, тогда, конечно, схема бы нужна была постоянно.
Итак, я думаю, что вам общий смысл понятен. Как начинать ряд, понятно. Да, вот здесь вот эта вот бахрома. Она закреплена, все в порядке, ничего не распустится. Как начинать, понятно. Как заканчивать, понятно. Бахрому можно потом подровнять. Если бахрома вам не нравится, можно кончики заправлять в процессе вязания сразу. То есть, когда вы подходите к концу ряда, прикладывать их к полотну и заправлять. Но имейте в виду, если пряжа толстая, то, возможно, на сторонах будет утолщение, полотна будет не очень хорошо. Впрочем, можно оставлять маленькие совсем отрезки, и тогда заправлять их будет совсем просто. Либо можно их уводить после каждого ряда, просто заправлять крючком, так тоже можно. Помните, что мозаичное вязание вяжут и по кругу, тогда вообще никаких кончиков не будет, а будет бесшовное круговое вязание. Не забывайте менять цвет в каждом ряду. Конечно, можно использовать гораздо больше цветов, чем два. Можно устраивать всякие ручные градиенты, то есть перетягивать, то есть как бы растягивать один цвет, переходящий в другой. Очень красиво смотрится в мозаике сочетание однотона с градиентом. То есть вместо одного цвета у вас градиентная пряжа, а вместо другого однотон. И тогда у вас получается как бы градиентный рисунок на фоне однотонного или наоборот. А никаких других столбиков больше вы не встретите в мозаичном вязании. Там будет только столбик без накида за дальнюю стенку, либо столбик с накидом. То есть вы просто движетесь по схеме, и постепенно у вас будет вот такой вот рисунок. Я его использую в пледе. То есть у меня раппортом является один этот элемент, и я их складываю в линейку и вяжу большой плед. Схему к такому пледу вы можете найти также по ссылке в описании. То есть там и отдельный элемент, и уже сложенный из нескольких элементов плед. Приятного вам вязания. Все ваши вопросы принимаю и в комментариях, и в личных сообщениях, как вам удобнее. И не забывайте вступить в чат. Еще раз повторю описание по ссылке внизу. Там вас ждет более 1000 увлеченных мозаичным вязанием. Я сейчас не преувеличиваю, буквально так. И мы там на основе этой схемы вяжем самые разные вещи. Будем вам рады. Всего вам хорошего, будьте здоровы! Thank you.